У меня есть план, план. Я составлю Тимика. А похож на Тимика? Да. Что? Ты забрал у меня канал? Да. Всем привет! Хочу открыть канал у Тимика. О, привет, гайз! И сейчас я почти доделала свое последнее видео, только осталось подобрать музыку. У меня есть план, план. Посмотрите, это Тимур. Вели там Тимура шапкой, вот такой. Вот так вот. Поехали! Я сейчас стану вот этим Тимуром. Давайте начнем. Да я соберу ножницы. Ой, это не получилось. Я сейчас стану Тимиком. Хотите, получается у меня. Хочу вам по традиции загадку, но так как закрыли детским каналом комментарии, поэтому пишите отгадку в Инстаграм. Если вы не знаете, как называется Инстаграм, он где-то будет вот тут вот. Также загадку слушайте. Она по-английски, поэтому если что, потом в переводчик. Хотя лучше понять по-английски. Vice X Afraid of Seven. Так, давайте пишем все в Инстаграме. А, и кстати, кто напишет правильный ответ, тому я подарю Джанго. Вот эту вот игру. Ну, вот, башенка, понятно? Поэтому пиши, пиши в Инстаграм. Ставку сниму, потом одену вот это. И ушару Тимуна. Я буду 8-8 Тимик. Да! Смотри, покажу Тимуре. О, привет, Никита! Стоп! Что? Ты забрал у меня канал? Да. Блин, тебе мой канал. Хорошо, давай. Красав! Yes! Victory! Я вернул тебе свой канал. Никита, ну я тебе тоже сделаю канал, но потанцую. А сейчас надо отдохнуть. Никита, заходи, буду регистрировать тебе канал. Вот, вот так вот регистрируем. Смотри, смотри. Ай. Удалил. Еще чуть-чуть зайди. Как твой будет называться канал? Тимик, ты нашла. Эй, это ж мой. Давай, Тимики, 888. Давай. Хорошо, давай. Ну что, да. Подписывайтесь на Ники 3 восьмерки. Это мой братик Никита. Посмотри, у тебя есть свой канал. Я не слышно что-то. Что-то не слышно. Тут видео нету. Ну давай, этот видосик тебе. Мне что-то не слышно. Хорошо. Пока.
Пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока. Да-да. И не забывайте про меня, Тимик Три Восьмерки. И также мой брат Никитос со мной был. Тимик Три Восьмерки бил, и я бил. Я и Тиму бил. Эй, друг, не уходи. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои серии. До новых встреч!